Премьер Дмитрий Медведев из-за болезни не смог присутствовать на совещании президента. Открывая заседание, Владимир Путин посетовал на эпидемию гриппа. Сами об этом знаете. Что касается... Заставляет органы управления и силы РСЧС выполнять заблаговременно целый комплекс... Ситуация у нас вроде как идет на убыль. Тем не менее, ситуация пока еще серьезная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, тоже приболел. Глава Минздрава Вероника Скворцова доложила президенту, что объемы вакцинации населения от гриппа серьезно выросли. В этом сезоне это 56 миллионов человек. В минувшем году ведомство наработало 4 вакцины, безопасные и очень эффективные. Подтвержденных случаев гриппа было 17 регионов. Изменился, это тоже важно.